Знакомьтесь, Базиль. И его обычная жизнь вот-вот перевернется. От режиссера фильмов «Амели», «Деликатесы» и «Долгая помолвка». Теперь, благодаря медицинскому чуду... Хорошо. И случайной встрече... с семейкой шалунов-неудачников... он отправится на поиски двух человек, сделавших пулю, которая чуть его не убила. В 2010 году. Не помешает быть немного странным, если захочешь поквитаться. Неудачники. Фильм Жана Пьера Жене. С 13 мая в кинотеатрах.